каждый день поднимайте ноги вверх. Всего 20 минут, и ваше тело изменится. Поднятие ног выше головы. Такие действия и упражнения очень часто входят во многие восточные гимнастики и йогу. В йогических ведах сказано, что перевернутые положения тела, где голова находится ниже ног, оказывают омолаживающий эффект. Но когда человек слышит о йоге, то на ум приходят самые невообразимые фигуры, которые толком и сделать невозможно. На самом деле можно сделать простое упражнение, которое сможет освоить каждый. Но что человеку дает поднятие ног вверх? Какой вариант подобрать для себя из простых? Чтобы узнать, посмотрите видео до конца, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. Итак, мы начинаем. Поднимать ноги вверх. В чем заключается упражнение? Многие культуры славятся упражнениями на поднятие ног вверх, и человек не привык их считать чем-то очень полезным. А йогические веды и вовсе нам говорят, что эта техника омолаживает лицо и организм. Да, там этому дается свое объяснение, которое вызовет недоверие, но с анатомической точки зрения это действительно так. Но особенно полезно это упражнение в начале и в конце дня для работы сердечно-сосудистой системы. Вы таким образом очень сильно ей помогаете. Но почему так происходит? Вспоминаем о том, что у нас есть факторы, которые негативно влияют на работу сердца и сосудов. Это малоподвижный образ жизни, иначе гиподинамия, и сидячий образ жизни. Это особенно сильно сказывается на сосудах ног, которые имеют специфичное строение – это клапаны в сосудах. И именно за счет движения и работы икроножных мышц вы помогаете сокращаться сосудам, что толкает кровь к сердцу и легким для дальнейшего снабжения кислородом и питательными веществами. Если человек долго сидит и мало ходит, то это приводит к тому, что кровь под действием силы тяжести и клапанов в сосудах не может подниматься вверх. Большое количество ее застаивается, лимфа через ткани просачивается в подкожно-жировую клетчатку и получается отечность. А также повышается риск тромбозов, тромбофлебита, варикоза и недостаточности в работе клапанов. Именно поэтому человеку важно двигаться. Во время поднятия ног вверх вы можете ощутить тепло в лице, что и говорит о притоке крови. Преимущество подъема ног. Успокоение вегетативной нервной системы. Все упражнения перевертыши славятся успокаивающим эффектом. Уходит спазм мышц и органов, а также присутствует небольшой болеутоляющий эффект. Улучшается пищеварение. Вы напрягаете пресс. Уходит отечность ног. Расслабляются ноги. Это хорошо после трудового дня. Лицо становится свежее и красивее, здоровее. Расслабляется спина и позвоночник. Сердцу проще работать, а также легкие за счет распрямления спины лежа получают больше кислорода. Повышается активность когнитивных процессов. Уменьшается аппетит, вызванный стрессом и эмоциями. Как сделать самое простое упражнение на поднятие ног? Самый простой вариант сделать упражнение на поднятие ног к стене – это лечь возле стены и поднять ноги. Вы ложитесь на пол лицом к стене. Поднимаете ноги вверх, руки можно вытянуть над головой. Лежим в таком положении 10-15 минут. После чего мягко опускаем ноги вниз, перекатываемся на бок и плавно встаем. Главное, не делайте резких движений. Оставайтесь красивыми и здоровыми. На этом наш очередной выпуск подошел к концу. Спасибо за просмотр, друзья!